with the Frunze village in Lugansk People's Republic. It's under shelled by Ukrainian army during last year. So this is one of the buildings that was shelled by Ukrainian army. You can see it's totally destroyed. Before it was barbery shop. Видно было, как оно летело, все это, видите, вот, смотрите, видите, это все снарядами летело, все, когда мы пришли, ну, мне сказали, я не могла, и вот, смотрите, а теперь уже все, оно практически, я не знаю, куда, мама, сюда уже ничего я не сделала, понимаете, вот, теперь еще дождь, а мне выдали 3 метра пленки, я диван накрыла, кто-то пришел и забрал. Шрапнельный снаряд, Ша-1, скорее всего, 122 миллиметра. Начинен осколочными, готовыми осколочными поражающими элементами, современная шрапнель. Is also did by Ukrainian army. Порошенко режим in Ukraine is bastards as ISIS, but still Americans and Europeans politics support him.